Здравствуйте. Я вам хочу показать неотложную доврачебную помощь при термическом ожоге кожи руки. В первую очередь прекращаем воздействие травмирующего фактора. Охлаждаем кожу холодной водой. Снимаем одежду. Если ткань прикипела к телу, то отрывать ее не надо. Лучше всего срезать одежду. Закрываем ожоговую поверхность чистой влажной тканью. Обеспечиваем охлаждение раны путем прикладывания холода через повязку. Даем пациенту любое имеющееся у нас обезболивающее средство, например, аналгин. Пациента транспортируем. Желательно пациенту давать каждые 5-10 минут небольшими глотками любое имеющееся питье. На этом наша неотложная доврачебная помощь при термическом ожоге закончена.